Я вармаплюсь уже. А вейпер сразу. Андрей, давай. Я через плечо буду стрелять. Через плечо, ага. Там слева, на Б. А что здесь с вепонами? Как вообще... О, Алоха говорит, скайп зашел. Он да, что-то значит, не в этом дело. Да? Так он чего? Через Б покупаешь. Ну, Алоха скайп зашел, так, когда я позвонил. Б4.3 это раньше бутбольт. Здесь это что? Ты с CSGO, наверное, путаешь. Нет. Не, он все правильно говорит, и тут так и есть. По-моему, по-другому, нет? В4.3 это и есть кольт, и... а у тебя что покупается? Это в CSGO по-другому сделали. CSGO тоже он... 4.3 кольт. Нет, по-моему, нет. Бля, оно... короче. Поначалу вроде было по-другому. Сейчас не знаю. Короче, ребят, очень острые дискуссии, нам нужно два человека еще. Мне ФНГ пишет, он хочет. Пароль надо сменить, убрать пока что, чтобы я зашел. Да, сейчас, секунду. А, ты киску взял. Получается. Так ты вас там до хера. Снял, заходи. Команды. Митя, это ты что ли там жарил? Да? Ну типа, блин, я не знаю, вас там трое, я вроде стреляю, но что-то не пошло. Здорово. 6 КПТ. Мервин, тебе не стыдно Полину Логунову убили? Даже приятно. Я понял. ФНГ. Как ФНГ, ФНГ. Андрюха. Ой-ой-ой. Андрей. А. Какой у тебя ник в КС? У меня ноль. Минус ноль минус. Я понял. Капитан Кот меня взял. Так, нам еще один нужен, да, я так понимаю? А кто такой Капитан Кот? Я. Валя. Не, тебе не повезет с этим ником, не тебе. Так, ну, попробуй свой. Ну давай, давай. Ну у меня со своим уже топ это, топ киллы в команде. Хорошо. Видишь, Рональдо убил. Алло, здорово. Привет. Здорово. А кто Кузнецов? НС. Нет, нет, нет. Это я, Кайл. Кайл. А где Гудок? А его и не было вроде. Он внизу сидит, лол, лол. Димончик, на нашем спасботе. А, ну и к тому, что его в конфе нету. Слева, вот за этой хуйтой. Успе, да? Да, да. Так, стоп, Гудок. Сань, а у тебя какой ник? Сань. Шериф города Днепроветровск. Понял. Так, ну чё, нас, все, нас здесь опять человек. Да, надо давайте. Гудка набрать. Чё-то очень так непривычно вообще. Ого, на ножах. О, на ножах на длине. Рестарт на ножах, на? Угу. Пушку чё-то взял. Я самые ножи. Так, все непривычно вообще. Хорош. О, Авик. No zoom, Иван. No zoom. Попал? Валерий Меладзе. Андрей, как думаешь, повезет? Ну что, делайте рестарт и поехали. Не знаю. Шериф, работает. Андрей. Меня слышишь? Ты ж не против, если я ФП запущу, заберу у тебя пару зрителей? Да нет, конечно. Тысяч, десятков. Мер, слышишь? Скажи, какой там CMD рейд и апдейт рейд надо ставить? 101 или 10? 101. Да, кстати, как там этот CMDR? CMDR рейд, что, ну-ка, дайте тоже поставим. О, Лола, там сейчас самая бойня, ребят, там Беркута начали с гражданскими воевать. Да? Драка пошла. Да, смотрите, да, да. О, гранаты, да, нихуя себе, блядь. Ну-ка, скиньте еще раз ссылку на этот, а, все нашел. И там рейд-лидер орёт что-то. Слышите, запустите 30 секунд. Андрей, а я могу отойти на 2 минуты, после чего мы начнем катать? Да-да-да. Да, конечно. Пока, я пошёл. Кинтили. Ебать. Там фейерверки уже бросают. У меня 30-ка рейд стоит. Так а как там эти команды-то прописывать? Ну, в консоли. CL, CMD, RAID. CL, CMD, RAID. CL, CMD, RAID. У меня 60, а надо? 101. И update RAID 101. CL, update RAID. Брат за брата там уже прозвучало. Подожди, фраза. Дердак.
X-Interp можешь поставить тоже. Что поставить? X, нижнее подчеркивание, Interp 0.1. Это в сети только такое ставить, если да. Низкий пинг, то 0.0.1. По дефолту 0. Ой, по дефолту 0.1. Ну, может, менял. Так, и что, я теперь буду попадать как лев, да? Ну, он типа влияет на модель. Воу. Беркута запиздили, на сцену его ведут. Ёбаный в рот. Там еще сцена? Ну да, конечно, да, в Майдане сцена стоит, всегда оттуда вещают, короче, всякие активисты и прочие. Ёбаный в рот, что происходит? Его попутно еще какая-то бабушка по голове бьет. Кто-то на iPad снимает, блядь. Обрыв такой. Почему Беркут не возьмет, не зарядится и не пойдет быстро разгонит это? Почему? Что он разгонит? Ты понимаешь, что я уже скинул, что люди с оружием уже, что люди уже с оружием, с автоматами, с пистолетами. Понятное дело. Но они не солдаты, они быстро. Там, короче, в это сейчас скажу, в какой области. Блин. Вообще, я, конечно, не эксперт, но есть подозрение, что государству убивать дохуя своих граждан — это не очень хорошая затея. Короче, в Тернопольской области собрались все, ну, основная часть людей, взяли оружие и пошли по другим областям, короче, типа штурмовать. Выбор, типа, в области либо присоединиться, либо они их будут захватывать. И, короче, пизда, сейчас по всем областям пройдутся и в Киев. Чем дальше, тем хуже. Да, я поменял пароль, сейчас я его кикну. Самое главное, что это только сегодня началось, вот именно на такой экшен. Такого не было еще. Ебать, что происходит. Хорошо, что у меня никто из родных не живет там рядом. В смысле, они живут в Киеве. Это достаточно близко. Нет, Митя, это все хуйня. Вот я тебе отвечаю, я сегодня пришел на работу, я с работы узнал, что на Майдане что-то происходит, потому что если просто абстрагироваться, то и происходит все только вот на одной улице. На, может быть, там на двух-трех. Во всем остальном городе нормально. Если еще на метро не ездить, то все хорошо. Ты пароль поменял? Там чатик скинули. Я поменял. Андрей. А. Все здесь? Можем ехать, да? Ну да. Вроде все, да. Давайте поехали. Ну давайте, ребят, рестарт и там поехали. Так, найф раунд. Кстати, я посмотрел, что там происходит сейчас. где на ножах? Смотри на длине, посмотри сразу, чтобы в Кане кто не стоял. У нас все. Все, все. Ну мы в одной команде. Да пофиг, у нас один AFK, Полина Лугнова. Я тут. А что, мы на ножах, да? Да. Ну я уже не этот, походу, не капитан. Я хочу ехать. Понял, ФНГ, ФНГ, алоха. Все, пошли спектры. ФНГ, алоха, окей. ФНГ первый же был, да? Да. Блин, я не могу сдохнуть, гайз. Закинь консоли и М6. Что мы делаем? Чего? А, так я... Ну сейчас нас будут это, ладно. Пикать. А, да ладно. Ну, как на лиге. Я Мерва, короче, тогда беру. Смотри, беркутонцы. Оу, скажите, поймали, пожалуйста. Я этого сделал? Напиши, кто вообще есть, ну-ка я прочекаю. Блин, я не помню, вот так. Водка Путин. Вот такой вроде. Ага. Ну давайте я возьму Дреда, наверное, не знаю. Все, подошло. Ошибка! Рано не надо мне брать. Вообще никого нету, что-то искать. А чего ты с самого низа начал? Ну, не самого низа. Алоха, бери, короче, знаешь кого? Бери Вовку Водка Путин. Кто это, я даже не знаю. Это Кекс. Окей. А это кто говорит? Это говорит Алоха. Это я ему наберу тогда. Так, а мне за кого? За террора. Саня, ты сильный? За зло? Не, я ж это. За зло, за дай. Нет, давайте я возьму иммуна, и его взяли. Уже. Бери еще раз его просто. Давайте через скайп просто, блядь, одни лс, парни. Говорите, ладно, давайте инмейта возьму. Инмейт и ЛС. Тоже ошибка. По определению, ну то есть, это не я сказал, если ты. Что за голоса какие-то странные, что за люди к нам пришли? Понятно. Это ФНГ Дред. И уже все хомят, понимаешь? ФНГ Дред? ФНГ Дред. О, я факера возьму. Я факера беру, короче. Ооо, ну ладно. Бери Дрюса. Не, мне голос факера больше нравится. А Дред, то есть мы по голосу. Дред меня обидел, да, Дред меня обидел. За КТ, давайте Дреда. Андрю, а как мы вообще катать будем? Все как? В одной конфе? Поставьте, может, свои ники, точно непонятно. Да, все в одной конфе. Ага. Так а чё, это мой ник, Валерий Меладзе, это я.
Все это время это был ты? Да. А Ярослав Кузнецов, Капитан Кэт, ты кто? Ярослав Кузнецов это Кайл, а Капитан Кэт это Вада. Я бы... А бля, я взял, я Ваду тогда возьму. Это я про свое, ребят. Чё, кого взяли там? Чё, про своё? Гори, старт. Блин, ну они совсем это озверели, блин, как будто одного мужика тащат. Чё, ехали, да? Я вот это. Там ФНГ, там Мервинг. А, не-не, я вот это. Какое? Забей, бомжи какие-то. Всё, главное, инфу, инфу. Почему я пишу СВ фризи тайм? Не знаю, я выкинул пушку. Тебе дать? Всё, Андрей, работаем. Я не знаю, куда я выкинул. Так, так, хорошо. Алоха, встретились, поцеловались, разошлись. Так, дым на центр, так кидайте. Там где-то, короче, кольт лежит. С кому нужен. Дигл, который. Б, ШП, одна. Зашли на Б, ребятки. Ох. На Б? На Б зашли? Да-да-да, все Б. Да, четверо. Четверо Б, гайс, гайс. Это делают, можно было догадаться. Короче, закидываем и заходим. Они закидываем и заходим, мне нравится план. Один закинулся. Он же вышел, еле был. Чё-то, ребят, мы не все заходим. Ну, тебе Кайл в спину стрелял, там как-то тяжело было зайти. Где Кайл убил? Понятно. Закидываем, ребят. Слышь, Дрюс, там тебе Кайл просто стоял. Кровью своей закидываем. Чего? Говорит, тебе Кайл стоял, задницу настреливал. А, это он в меня, да, хуярил? Тут я смотрю, у меня с двух сторон эти вот треугольнички. Думаю, что-то не так здесь. Просто такой стоит довольный в заднице, за пулей. Я старался. Ну нормально, кто-то пытался с пистолета подстрелить. Давай, Дайс, уходим, где уходим, уходим. Флешечка? Два длина, два длина. Три дейл, с бобой, по-моему. Да-да, длину пуша, длину, ааа! Еще с ЗЗ один, бомбер. РСП один. Прыгни с бомбер, забейте его. Один укол. На КТ бомбер. Промазал. Хорошо. Александр Дашкевич, кто это? Инмейт. Это хвост, слышишь? А, ладно. Я знаю, кого зовут сейчас. Да, они что-то знали, по-моему. Ну я не знаю, где я, но с одной стороны. Короче, я вышел грамотно. Я что-то это, гайс, всегда, когда я играю в КС, меня ебут. Это нормально? Девайс есть у нас, дайте, пожалуйста. А почему время такое фриз большое? А, я потею, поехали. Что-то с горлом. Хуёво. ФАМАС, на меду, на грибах. На грибах. Все, берем дробовики и потеем. С респа... На грибах садит ФАМАС. На грибах ФАМАС никакой, добейте. Бомбер... Добили? Бомбер не сзади, сзади. В Т-шку пошел. Следующий, трое в миду, дзропы мне, кому нужны? Они все бомба нижняя от темка. Дашка вверх. Нижние грибы бомба. Нижний Тагил, где? На центре был, на единице. На центре бомба, где бомба? За бомбой на единице. Где единица? Слепая, через мид слепая. В говне один, а по запаху чувствую. На сигаретке еще есть. Так где бомба, на меде? На лопате. Андрюх, да, потише. Я что-то не слышу КС. Сань, нормально. Где бомба, Сань? Да я несу ее, погоди. Он ее на А несет. Потому что она была на Б. Не несет. По ногам, по ногам. Где бомба? Ну там лежит, короче, наша бомба. Ой! Хорошо, а бомба-то где, ребят? Где бомба? Да, там пойдем, может. Изи эк-раунд. Да, это стандартный наш. Александр Дашкевич разбирается. Почему парни все бегут на Б, это нормально? Пофидели, видно. Так потому что всегда все бегут на Б. Я по респе, что у меня. Они все на А, по-моему, да? Там авик в мидле у них, если что. Есть инфа где-нибудь? Скинь бомбу, если ты туда пойдешь. Ага. Шерифа, город от Днепропетровска забрал, ребят. Изи мод, да? Куда ты ее скинем-то? На Б один. Авик на длине. Блять, два авика на А сидит, можете барашить там. Первый вик скинул, да? Это Б рашить, вот играть. А чё, не выходили же вместе? Александр, хорошо.
сработались. Нет, а чё, вышли же вместе, а чё ты ушел в другую сторону? Где, с кем факер выходил? Где факер? На Б, на Б он умер. Все, понял, мир где-то на медле. Ну, я думал, в Т-шке. Низко или как там за Стёмка, хуй знает. А, так мы все живы, лол, так сидим, ждем. Да-да-да, он на говне, парня, а плент где был? С сигаретой он. О, нашел его, на длине, ребят. Как? На центре карты. Ка я повисла из сервера. На, на. Я отвис, я умер. На. Хорошая игра. Все, парни, не только на Б могут выигрывать, все в порядке. Каков пятером на Б так все? Давайте на Б пятером. Вы что думаете, это нас остановит? Сандер, думаю, что нет. Надеемся, что нет. О, на ЗЗ один. Двое на ЗЗ. Подъем, раз. Выходит по зиге, выходит все по зиге. Выходит, ЗЗ выходит. Чё ты к серверу подвисаешь? Уже на КТ, уже на КТ, ну помоги, ну что ты сидишь? Нападём, иди. Алло, Саня. Они что забрали уже, а, чё, ребят? Авик забрали. Это... На Б. Лол, гайс, авик отдали, плохо. Так я стоял у боксов, мне говорят, они на ЗЗ, я поворачиваюсь, меня соиспал чувак. Полина Логунова, сядь. Прыгай, друг, давай, прыгай. Ай! Ты на ребро хочешь? Да. Дай ЛВП. Второй не знаю где. Блин, короче, забей. Хорошо. Селеспа! Как у вас все сошлось? Селеспа вышел на просвете. Блять, ты ж. Он один, короче, ЗЗ остался. Он на зигу еще. Слышал, он работает. Он ОВП сейвит. Ну, нет, он не сейвит. Он может уже сейвит. Он может тебя здесь встречать. Один Б. Б1. Ребят, ну хоть кто-то на может на этот. И вернулся кто-то на респ еще. Туда-сюда там бегает на миду. И второй еще на Б перетянулся. А нуле, нуле один тусуется. На Б перетяжка была. Да ЗЗ, хаешка. А ВП на А сидит снова. Зашли на ЗЗ один. Бомба на ЗЗ. Хорошо, хорошо, девчонки. Мидл, мидл один. Ой, еще ДЛ, ДЛ ОБ. Один прям, короче. Блять, он на базе. Ловко. Парни, эти мои, все нормально. Короче, на ЗЗ бомбу он поднял. Да, на базе. Я мидл ОБ. СТ, респектия, свой, Мирвинг, там свой был. У меня что-то пикает вообще нон-стоп. А, у меня лагает. У тебя походу включено что-то. Ну мне, у меня ОБС реконнектит 10 раз, и до этого висит. Нашел на ЗЗ, был, выходил, только я упал оттуда. Хорошо. Прошел, гайс. Люк, давай, я за тебя болею. Спрыгнул. Ну что, Рэмбо? Надо им было как Нео. Сложа надо было, Дрюс. Ну, там надо два ряда было, да? Даст это, да? Дали. У меня самого. Короче, не, я врубаю это. Ну, правильно. Чё ты показываешь, да? С автом уж спалят. Угу. Где? Нет, на ЗЗ, короче. Два на ЗЗ. Там второй на платформе, вдалеке. На Б двое. Втроем ЗЗ, я не понимаю. На прошли платформе был. Я понял. Блять. Как ты это делаешь? Он... Хорошо, алоха. На Б двое. Ой, на Б, то есть бежит мидл вышел. Я сейвить буду. Да. Да, на Дасте втором за терров, халява ебаная. Говно. А, так я понял, в чем дело, у меня интернет просто дропается. Мне нужно роутер перезагрузить. Можешь паузу 2 минутки? Ну, может быть, этот, доиграйте, вырубаешь стрим, доигрываем, изи. Не знаю, у меня именно интернет дропается, я все вообще вырубил. Ты, может, не будешь как бы лидером? Не, блин, у меня бывает такое.
ничего теперь делаю. Ну, пауза 2 минуты можно. В конце раунда следующий. Иван. В тёмке есть кто-то. Надо, в центре вышел. В тёмке, да, Мервинг был. Ну, есть в центре ещё один. Двое на Б. Выходите на Б. Давайте по длину вышли, если что. Ты ведь по. Выходите. Вада, ну там Вада, Мир. Ты чё ты? Там не Вада, там Алоха с Меда. Там Вада. За ящиком с Медли. Блять, ещё... Смотри, смотри дверь, смотри дверь, ну что ты бегаешь? Там, по-моему, одно АВП было. Сна поставили. Да, а, мне еще из-за того, что умерник лагает интернет, скайп лагает постоянно. Да. Пиздец, давай теперь соберем. На планете. Пусть просто не Мерк звонит, а кто другой. Планете. Мне в любом случае, если интернет упадет, надо будет перезагрузить роутер. Ну пауза, ставь паузу, ставь паузу. А как паузу-то поставить? Сейчас поставлю. Блять, паузы пошли у нас, ёбаный рот, ребят. Мы можем покатать без паузы? Конечно. Так давайте вчетвером покатайте, что ну вы... Ну давайте конфу переподнимем, хоть, давайте конфу сначала перенаберем и гол сразу. Вон паузу и катаем дальше. А как он паузу? Он должен... Да. Делать. Ребят, конфу надо перенабрать, хеллоу. Перенабрать конфу, согласен. Так, ну кто звонить-то будет? Потому что я, если звоню, то Алоха не может взять трубку. И никто не звонит. Ну вот это стандартный затуп такой. Ну кто-то сейчас соберется и позвонит. Так, Алоха позвонил. Алло. Алло. Алло? Во, видишь, нейтральная территория работает. Все, нейтральная территория есть. Ну что, давайте анпауз, погнали, парни. Мы не можем паузить, Мерф поставил пауз пол ноль. Парни, парни, Мерф уёбок. Мерф уже сошел, если что, так что сейчас будем катать. Он все равно уёбок. На Б свои сраные ходит с калашом, блять. Что-то водка Путин видит. Да, водка Путин не оправдывает свой first pick. Да в смысле? Что ты скажешь по этому поводу? Даже я лучше тебя играю, фиш. Инфу дайте. Все будет. Вада что-то тащит. Вот, говно. Вот тебе инфа. А вот это инфа, я... Что вот бы это значило, Дрюс? А что-то я пишу, а ничего не пишется. Потому что я написал одну фразу, вторую нельзя. А я ни одной своей фразы не вижу. Что ты до этого одну написал? Так что мы, вот это что ли? Алло. Алло, давай. Анпаузи, бля. Я дам тебе дроп, Мерв. Да, Мерв, да. Ты еще на сервере, кстати. Я уж на что тебе уже. Дроп? Все, на понял, что дроп, кстати. Говорю? А, К или на Г. Почему так не перебиваешь? Ребята, потом вы скажете, что водка Путин. Блять. Я без армора. А похуй, своим флеш кинул в спину. На Б один САК. Длина один. Алоха битый. А этот самый DM-рейд-то работает, чё-то, ребят. Чё за DM-рейд, как написать? Ещё, да, ещё один, ещё один в тёмке. Стоит слеп за ящиком, далеко. Двое на Б, двое на Б. Нижний, 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 нижний. Зашёл верхнюю, зашёл верхнюю. Нижний. Хорошо, минус он. Нижний предел. Там еще один был. На сейве, все, убегай. Где? Он заходит на Б. Стоит в темке, хочет зайти, но пока что не заходит. Боится? Стесняется? Да, стесняется. Но он без армора. Дошел. Контр террорист Вин. Моя музыка здесь. Валерий Меладзе останавливает Мервинга. Отличная игра от Валерия Меладзе.
На, я кину. Я фул, короче, солью, следующий возьму. Ребят, ну я же кому я в итоге... Хорошо, кину? Хорошо, парни. Давай, 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 давай. Подсадка на ТГ, ребят, помоги. О, еще один с АВП. Блять, их там трое. Ну кто меня заблочил-то, ну? Четверо. Там в мидле еще тип, в НТ стоит с кольтом. И Зига еще тип. Хорошо, своих. Какая красавчик. Денис, у тебя в Зиге тип с кольтом. Нижний темки. Не кайф. И в нижний. Бля, ну... О! Перезарядочка! Ошибочка. Снизу, 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 в темке был. Хорошо, мир! Чё он не убегал, да? Мир! Капитан чекнул, дал инфу, дал размен. Всё, я знал, что он в Зиге, но только я не знал, где. Возьмите бомбу. Так, блять, и назовем твою книгу, Мервинг. А еще мышка дернулась. А никто не хочет бомбу с базы забрать, не? Откуда стрельба? Ванёк, я взял. Все, отлично. Ой, блять, уже в нижние. Мид никто ж не чекнул. Алло, алоха в тесте. Там их много что-то. Хорошо. Свои Бай. Уже. Три в чём верхний. А хули ты туда идёшь? Парни, походу Б. В центре. Вы можете... А это откуда вас взяли? На центре было двое. Он нашел. Откуда? За зелеными ящиками били. На Б уже вышел. Отошел. Ага, минус шериф, он. Знает свое дело. А у нас нечего, да? Предоставить им. На инсайде. Мервинг не промахивается. Есть дропа кого-нибудь, или просто оправдывает свой фестпик. Хакер, ты так... Накидали всего. Но я уже столько дропов делал, что с моим счетом удивительно, что у меня еще на себя деньги. Да ладно, факты, видишь? Бля, в центре вышел тип, пацаны, убивайте этого типа в центре, пожалуйста. А уже нет. Один в тэшку прошел, второй. Бля, алоха с... в это, в нижний, короче, с пистолетом стоял, ждал. Шкарил в тэшку прошел один. Блядь, сколько только осталось. На ЗЗ. Не, 25. Крыс. Это карма, алоха. Мермка, я попал в тебя? Да. Хорошо. Один раз. Так вот, вот так вот. Бой чисто. Бой чисто. На ДЛ чисто. Один. Ребят, идите на Б, один был на... На Б грязно. Идите на Б, заходите. Там или один, или на двое. С респа один. На респе есть. Ну, зайдете на Б, нет? И в миду второй. А, я свой вру. Идите, зайдите на Б, вы куда ушли? Понял. Зига. В центр. О, в прыжке мне. Оба Зиги, один Тэшки, другой мид. Он в нижней. Александр Дашкевич мешает калаши, как... Ой, блять, меняет калаши, как перчатки. Меняет? Шалаши. Мешает шалаши. Сколько вывел, столько поменял. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Меня почему-то один без патронов дали. Капитан Кот сдох. ФНГ бомжует почему-то. Не закупается на максимум. А ты что, на максимум закупаешься? Само собой, денег много. Окей. Красиво жить не запретишь, Митя. Богатая жизнь, она другая. Нижний свой, нет, в нижний один. Завис. И один на респе еще закупался. Один в яме будет еще, по-моему. Я слышал кого-то справа шаги. Смотрите яму. Минус вы ДЛ. Отлично, вы отлично смотрите Зигу, я просто... Нет, просто я не... А кто ее смотрит? Никто не смотрит. Никто не смотрит, я не смотрю, но ты и дело. Я говорю. На Б один, там... Я буду ходить, как все на Б. У нас люди в Т-шке сидят. Ну, так у нас ходит... Хорошо. На ЗЗ. Один медведь, короче. В нижней двое. Они больные очень. Остановитесь! Ой, шериф! Ой, шериф! До свидания. Что творит? Что творит шериф города Днепропетровск? Арестовывают. Вот за контров алоха не так играют, если что. Прости, братан, я случайно. Ладно. Серьезно, адреналин просто, понимаешь? Да ладно, могли на зищах замыть, значит, бы заставить. Ребят, эко у вас или как? Да. Некое минус. Там, по-моему, длину жмут, бля, слышите? Ну, если чё. Нормально вы, короче, подкинули мне.
Там Зиги флешка летела. Андрюх. Mm. А, там КЛ. На платформе АВП на Б. С Б АВП будет. Ребят, там сзади Зига, 2 типа 1 с Авиком. Сзади, сзади, Вада. Полина Лугунова, Зига, 2 типа будет. Воу. И там Авик есть. Угу. Они на курсе халтится, лол. Лол, я думаю, они на другом планте. Короче, один вдалеке на Б, можете уходить с планта, они не разминируют. Шо? Хорошо, выбиваем девайс из этого мяса. Чисто стал. Найс, катаем. Хайс, я не взял бомбу. 5-5 бэд. А зачем нам бомба? Давайте без бомбы. Да, last round же все равно. Ну. А кто такой капитан Кот? Вада. Вада, я не знаю, Вада софтом или в ударе просто. На медлу вышел. Нет. Воу, там ты типа в мидле. Во, Вада, Вада вышел. Ох, гайс. Я думал стрелять, не стрелять, нам было пострелять. Бля, Вада, да что с тобой такое, блядь? Как вообще играть в этот кейс, когда один чел иногда сосет, а иногда хуярит? Александр, я Вальтер. Ехали? Только давайте с глушителями давайте. Окей. Не, глушители топ, я тебе вот серьезно говорю. Я уже все закручу. Глушители закрутили? Там Вада не прав, Вада. Да. Вада. Я не знаю, я что начал прям со старта бить, хотя кнопку не нажимал. Не прав. Ребят, там, по-моему, либо все длина, либо все бэ доехали. Как тебе такой план? И они слепые. Они в тэшке вообще все семьей. Я пошел в центре. Я мидл отдал, в общем. В центре вышел один. Двое, центр. Мидл убил? В центре, боже. Блять, и каждый идет из какого-то своего места. Вы что, ебанутые, блять? Давайте, террористы, они же такие, блять, надо нападать всем с разных мест. Так а что вы свернули-то? Шли на Б, свернули в нижнюю тэшку. Зачем? Я не знаю. Ну так а что теперь? Слышь, Андрюх? А. Вы организованная преступность. Организованная преступная группировка. Короче, я понял, я буду тоже хаотично передвигаться. Ладно, я понял. Во, алоха. Видишь как? Да, нормальная тема. Ладно, я тогда... Надо ему поймал. Чемки один, нижний. Ой, мы зарашим, блядь, что за... О, извините, ребята, в тэшке, окей? Ман. Там все длина получается. Он даже не попал. Полина Лагунова, попадая. Я двоих забрал. Типа на длине оба. Оба на длине. Угу. Хорошо. Сава команда. Шериф и Полина. Шериф просто. Сделал 0 выстрелов. Спасибо. Пожалуйста. Там ФАМАС. А, 3-2 лежит. Заберите, короче. Не, нахуй надо. Шикуй, надо. Какой-то Серёг с нами играет. Был 12-4 или 13-3? 12 на Б. Слева стреляли. На Б ещё дошумят очень жёстко. На Зиге один вышел. На Б битые два ещё остались. Пиздец, Ваня, мы с тобой. Вовка! Ну пиздец, ну, лежи мне с этой хуйни. Б помощь нужна очень. Лол, он тут до сих пор сидит, говорят Б, он тут. Ребят, ну, не знаю, у нас бомба решил еще точку отдаться пойти. Один на Б точно, дред на Б. Биты на Б очень стоит еще. Окей, я говорю, пакет в нижней лежит. Они халдят. Это я, только не надо, Вада. Планти убил. Да, в тупике был тип. В тупике был тип. В тупике остался. Саня, вот тоже видно, если человек заходит и говорит, на говне один, с мухой на говне, это значит... Наш клиент, а вот это вот в тупике один, в тёмке, все на Т-шке. Даже если они контролируют. Да в тупике. Я вообще в CSGO переиграл, сейчас так все неудобно. Ладно, хуйня, нам еще. Человек понимает меня. Все по-другому вообще. А Кэль сейвит, типа. Не, вошел. Еще 20 секунд, что-то. Колесо бегает, крутится. Ой, хедшот сейчас, медлайнер.
А бомба руки? Сейчас скажу. Да, да, на руках. Да, да. Чего он делает? Че за наркоман? Да, типа, а, давай ты не а просто поставить бомбу, а типа, ты, для лохов? Я не знаю, он воевать. Да он уже не поставит, он прыгал, стоял. Да забей, я думал, что он там где-то стоит, пытался убить его. Прыгай на месте? Нет. Так что, у нас последняя бомба, да, надо выиграть? Нас? Да! Мы... Надо было нам больше ходить на Б, за КТ. Ловко, давай на Зиги, я с Фомасом, ты с Диглом. Было бы все замечательно. Давай, Вань, где встреча? Ну, Б. На Зиге, как в прошлый раз. Все, иду. Ой, не Б, какой Б, да. Только там тебя кто-то встречает. Не-не, а, уже встречает, но я с ним разберусь и... Ну давай, 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 жду тебя там. Не разобрался. Блин, ну, а он тоже Центи, с Фомасом. Центи, стой, за дверью, Центи, за дверью. В Т-шку пошел, в Т-шку я пошел. Я понял. Блин, он раньше был один, теперь их двое еще, которые крутят. На Б стоит. Фунту. За зеленым. Сейчас ты ещё что-то. Бомба на Б, бомба на Б. Как так, блять? Бомба прошла на план тоже. Прошла. Идет, идет там справа сейчас, Дрюс. Там справа. Хорошо, что хоть слышно нормально еще. Давайте еще раз даст два, только составы другие. А давай, Андрюх, не даст два. Да я, блядь, ничего другое не умею даже играть. Inferno, Nuke, Train, что-нибудь, давай. Это все плохие карты. Да классно, чего? Мне так я Inferno очень хочу сыграть. Вот так, а прошлое мы... Inferno. Слышите, прошлое мы как закончили? Да что, куда вы пошли? Мы уже выиграли. Кто, уже. Кто там, Б? А, все. Это было изи и победка. Короче, давайте только без этого порева ножи, капитаны. Вот пускай капитаном будет, знаете кто? И Мунчик, и Мервинг. Хорошо. Да, а у кого первый пик? Взрываться. Давайте я первый пикаю, потому что у меня красивее ник. Хорошо. Пошли а какой назад. Тебя ник? Шериф голос... города Днепропетровска будет. А, хорошо, давай. Шериф, заходи за... Андрюх, я тебя взял, все. Меня взял? Да, мы за зло. Но выйдите спектр, это остальные, сейчас ДСП. Сань, ну, ошибка, ну ладно, давай. Не-не-не, ты чего, Андрюх? Нет. ФНГ, Алоха, Вада. Давай, я за Тером зашел. Зачем? Не знаю. Кстати, меня... ФНГ. Надо еще один РР. Что? Что ФНГ? Какой РР? А, или типа взяли ФНГ? Мервинг да, никто никого, я никого не брал еще. Ну, Мервинг? Что-нибудь, что-то мне надо убить, чтобы сейчас... Взял только Эмон. Слэш килл напиши. Так, я зашел за... Ты кого взял, Эмон? Он тредер. Я взял Андрюху. Я ФНГ беру. Хорошо. Я беру Капитан Кэт. Я беру Кейка. Беру... Александра Дашкевича. Я беру Алоху. Ну, Полину Лагунову, конечно. Саня. Я Саня. Эля. Ну все, мы победили, Андрюх. Можем следующую играть. Это Ленюк. Ну что, давайте в натуре. Все, мы победили, пойдем следующую. Поехали, Ленюк. Алло. Перепикал, не блин. А почему у нас все с именами? Я без имени, я Мервинг не промахивается. У нас а, нет, все нормально. Ярослав Кузнецов, давайте, ты кто? Только на ноге, ребят. Очень быстро. Судя по всему, это... Второй центр или ковры? На Б никого не зашли. Б. А, зашли? Блять, ну кто-то, конечно, флешки. Б зашли, я с головой, я умру. Прошли. За третьим. Вот если кто-то флешку не кинул, то прямо мне в лицо было лучше. Все, давайте ставить пакет. Они в онлайн-то разошлись там. Вы их взорвем. Давайте по банану уже, минимум. Был в планте один. Пятерка. Зашли. Ой-ой-ой. Рукав был. Хорошо, убил. Все. Ебать. Я типа хуй знает, у меня фризит где-то вот раз 7 за матч. У меня тоже самое было просто. Ебали. И у меня. Но вот это в мид флешку кидает. Причем она, короче, ударилась об стенку и прямо мне в лицо прилетела. То есть она нормально, а так. Ты сейчас габлака включил? Я? Да. Они забанили тринта, госнекс гейм. Это иммун тогда габлака включил. Типа я пикнул всех героев в госнекс. Я типа на. Ну чё, алло? Опять в центре, в хаешку. Только меня не впутывайте в эту сугабель. Оп. Ой, блядь! Пацаных. А давайте без гранат. Воу. Воу. В центре я последний. Я не могу их убить всех. Нет, сработались. Александр Дашкевич, можешь.
Не могу, Андрюс. Не хватает патронов. Плохо. Это где? Ну это... Ну я не могу сказать. Да не, я стебусь. Андрю. А! Просто меня, сделай в эту штуку, потому что у меня нормальные... Ну пох... Центр не слышу, не вижу. Нормальный шмот, Андрюх, у меня. Я флеш накину мега, угу. У них, кстати, бомба слышишь, стояла, у них родились. Что тебе левее нужно чуть-чуть? Ага. Под окном прыгал кто-то, по-моему. Да не было нас под окном, ты чего? Сань, еще попробуем? Не, не надо. Бомба на коврах, на нижних. Вручите. Где? Петро, не знаю, как это называется. Дырка. В доме своем на респе. Я вообще сейчас скажу про лопату. Блять, эти флешки кидай. Ему. Ой, Митяй! Митяй, надо в них! Фризит, Дрюс, фризит, не могу. Я обычно поэтому зажимаю. Так перешел бы. В смысле? Ну перезашел. Меня фризит вот с самого начала установки Counter-Strike, я так обычно играю. Квартиру, Митяй, перезади. На второй центр флешки летели. Показалось. Ой, много на втором центре. Я отойду. Одного нашел, убежал. Ага. Блять. Чё-то, короче, на шарах двое. Двое на коврах заходят на. На шарах, на шарах. Трое на коврах. Лё, здорово. Сидит. Слотов надо нету, бежать. Да? Нету. С авиком в говне. В лицо попал с говна. Ребят, около библиотеки, читает Сид. Планте остался справа, в центре планта. Тут укрылый, каленый. За большим двойным ящиком в центр пошел. А Саша Дашкевич что делает вообще? Халдирует. Халдит. Правильно идешь. Хорошо. Мало ли. Халдируешь. Мало ли. Бога нанировал. Бинды хорошие стоят. На Т? Да, на Т. Так, что мы о них знаем? Они дают пизды, Сань. Да, у меня 0-4, я кайфую. На пике проиграл. Да, не-не-не. Ребят, заберите АВП сейчас моё. Все только начинается. На банане бомба. Упала. Как ты вообще так попадаешь? Откуда, блядь? Там еще один. Один у себя в домах сидит, кемперит. Двое в яме. Понятное дело, ты видел, что у меня на улице происходит? Ой. Там людей убивают. Яма ВП. Они наверняка с бомбой же зашли, да? Бомба ведь руки? Посмотрите, бомба. Не-не, бомба. Ребят, бомба руки, нет? Руки. Руки. Бомба руки, аккуратнее. Нет, так нет. Ну этот авик сбил. Блять, ну сидит на балконе. Да? Ребят, этот авик сбивает, его надо идти вычислять. Может он сейвить будет, не? Лол, я отбивать пойду. У меня денег на еще два авика. Это сколько? Не, пиздит, не пойдет. То, что я не попадаю. Ой, дабл. А, нет, не дабл. Хорошо, да, дабл. Трипл дабл. Дабл. Дабл шот. Ладно. Нет дроп. Да руки холодные просто. Да, да. У меня нет дроп. Как это? Ты же сказал, у тебя на два авика. Как это нет дропа? 4-0 и у вас дропов нету? Нормально, ребята. Блять, Мерф, ну ты заебал там стоять. Съебись оттуда, пожалуйста, в следующем раунде. Я уже второй раз там... Под Б есть, под Б стоят. Блять, стоит прямо под дверью. Оттянись, КЛ, иди. КЛ. КЛ, тянись. Эмунчик, привет. Митяй, а можешь вот, вот сюда, смотри, вот тупо вот сюда вот сделать. Могу. Вот там, где я сижу. Сами дуплы. Я не уверен, что нам надо. Митяй, быстрее сделай. Они в люльку апаются, по-моему, осторожно. Центр плен, иди сюда все быстрее. Что же вы такие все? Да не надо туда идти, зачем туда идти? Они взяли плент, ты знаешь, себе надо. Взяли плент. Да нет, ребятки, ну надо просто. Ладно.
В Азоне. Они где-то в яме своей, не знаю куда. Банан, ты в упоре смотришь или далеко? Ага, там тип, короче, мучайки, поставил мучайки. Мне уже голову. Мучайки. Бегал, непонятно куда стрелял, у меня один хп. Под балконом. Какой шустрый ты парень! Где, где? Прошел, прошел на мидл. На центре, вышел мидл. Там АВП еще у них. В люльке, в люльке, в люльке, в люльке. Нет, не успеет делает. Поставить, они не успеют поставить, можете прятаться. Да, они не успеют. Мне надо спиздить. Он красный, этот красный остался. А в планете есть наши? Был в ручейке, был в ручейке. На балконе, на балконе. А в ручеечке. Что-то на ячах. Как там с голубого ручейка начинается река. Мерф, если я опять тебя песня. Там встречу. Чё ты? Говорю, если я опять тебя там встречу. Ну так ты не ходи туда. Так а ты туда не ходи, почему я туда не был? Потому что я защитник. Мерф, а всех не убьешь! Где выходит? Бая выходит, бай. Все вышли, тут сразу. Мервинг, не убьешь всех! Сиди за ящиком левым. Или убьет. О, поставил. Где поставил он? Он за трехой. Еще один жив. Ладно. Банан. Слева. Блять, ну невозможно со всех сторон люди. По одному бы шли хотя бы как NPC. Андрюх, не переживай, мы сильные будем за деф. Ой. Да, да. Ребят, такой простой, то есть оттуда еще добежать надо. Я как увидел, что троих уложил Мервинг там в проходе, я решил не идти в плент. Парни, я как это называется, на АВП начал бежать. Это же грамотно. Там есть, близко. Ай, меня зафлешил. Ну, короче, их флешка какая-то залетела. На коврах. Один, без пункта. Ой-ой-ой. Люльку залез. Посади, тип, посади. Свои. Двое в люльке. Бомба где? Бля, Мервинг даже через ебаные ящики нападает. Ребята, они на А все, если что. Бомба, они все на А, да. Ставится. В яме АВП был. Яме. В этой яме. Не спеши, у тебя там нормально. Из этого, из говна вышел. Остался последний. А чё ты выглядываешь? Не, я уже не пойду, нет. Где он, на техе, братья? Он на ребрах. Он в люльке, парни, он в люльке. В сигарете ему, блядь. Андрюх, под вагоном. Под вагоном? А бомба убьет здесь меня? Убьет. Убьет, ребят. Убьет. Ты скорую вызвал или нет? Ты меня убил. Мерф, тихо. Что это было? Откуда хотя бы стрелял, скажи? Сзади, спереди? В лицо стрелял, я так в лицо стрелял. А, да, я не смотрел. Ебать, у кого-то пуха. Дико у кого-то. Давай. Водка, это ты взял? Эту самую? Любимую свою? Я понял, что взял водку. Кил его фаст, плиз. А вы где, ребят? Пуха ждёт вас. По коврам бегают. На коврах много вычитал. На коврах все. Останься на бою, друг, развод. Да не, я... Ох, если это ты твоя хая, то спасибо. Ну и где ковры все? Пока пусто. А нет, дезинфа. На, проходит по второму нибух-то. Блять, ну кто это смотрит-то? Что за... Меня шибили перед тобой, ты что? В малых песках. Ну а как он здесь-то уже? Ну тихо. Я сказал по коврам. Ну тихо. Песочник! Хайл нормально сидит. Не инфу, дайте его бомбе, чё вы гоните. Ну на, так. Все. Пистолет возьму его, парня. Господи. Я спросил 4 Господи раза, Иисусе? Где бомба? Я спросил 4 раза, где бомба? Мерф, ну так не делай. Откуда? Откуда? С библиотеки. С библиотеки, как обычно. Так, давайте вы не будете лезть. Да, я не буду лезть, мне похуй. Начинает... Хорошо, шериф. Шериф разобрался. Я когда вижу шериф, мне кажется, что с нами Марчелло играет. Он шериф? Ну конечно. Марк, я шериф. Блин, братан, ты очень зря АФК стоишь. Там простреливают с Б.
Мне кажется. Кто-то вылетел? Мне кажется, это мид. По миду пробегают, по-моему. Какой там стоит? Бля, по миду пробежали, где да. Минус, где минус? На коврах, по миду. На коврах. Это скажите, а на песках, на песках, на песках. Хорошо. Сена, а. Вода. Лол. 3Т опозорен. Блять, там свой я, да. Ну ничего, я в КС это... Это нормально, норма для меня быть опозоренным. Господи. Я не хотел это говорить, но... Двоих. Хорошо. Шериф. Саня. Саня, дашь пострелять с этой штуки? Не-не-не-не, ты чё? Это ж я ж с ней медведей стреляю. Я тут на охоте. Сейчас, на новник. В центре. В яме бомбер. Бомбер в ручейке. Бомбермен в ручейке, парни. Центр с флешки летят, идут центр, идут центр. Ага, зашептились. Все равно идут. И ковре, ковре один, ковре один. Ушли, ушли, ушли ведь. Да халтятся, блин, на коврах АВП. Там с ногой тип подсадил. Ковры взорвал близко. Очень близко ковры. Отошел. В центре один. Ой! Это кого я так? Зелень Вада. Свои бегают. На коврах близко стоит, вышел. Вань. Вдвоем на... Мерв, по-моему, ты только ми... Вот сколько у тебя киллов, сейчас посмотрю. 23. 23, а, не, не только ми. Б, зашел, на Б, зашел, на Б, на Б. Зашел с плентом, убил. Брат, который еще шел за мной. Один СВП. Братан, надо идти туда. И... Парни, 10 секунд, вам надо ставить плент, или там вы в говне. Ну, помогите им, ребят, вы что вот там бегает. Пол ФНГ всех здесь МП5 положил. Так они, он стреляется, а вы халдите там. Так, понимаешь, у меня 10 хп, ну, где первый. У меня авик, надо бежать вперед тому, у кого вепон. Давай. Что значит не ФНГ? Забей, у нас, короче, АФК такое. Ничего страшного. Там в яме есть, там есть. Он не АФК, это еще Б взорвали. Б бегут. На коврах. Бля, у меня такое ощущение, что это просто подарок, что ли, какой-то. Я так думаю, сейчас мы все в пятером по командному с USP там или с чего, с глоков положим, одного хотя бы. А вот под убивают меня, и все. И дальше четверо человек, если даже их четверо, сидеть, ждать. Там враг, мы теперь в курсе, ждем. Не, Мер, съеби, плиз. Не хочу. Не топай. Уходи на А, я из пистолета. Они хоть здесь и обманывают, стоят. Блин, Игоря нету, или по коврам мало ходят, блин. Печально. Лоу? Ребята! Блять. Кто-то на бета один проход. Респект, вроде. Ребят, рассказываю, в нашем чате командам. А, чисто! Слышишь, Вань, ты со мной дай был, бомб, да? Дай бомб. Ну, да. А дай ты бомб. Не мог мне сказать, где, что там случилось, ну, с тобой? Не. Ты сказал, ну, типа... Ну, я сказал, а, бля, сори. Нас четверо, они прошли хотел, по миду. Я хотел полтинник набить за первую сторону. Мид мы убили твоих. Ты лучше сказал, где ну, тебя они это. Только по миду да прошли. Я понял. Я на коврах был, там не помню. А я бы уже не, дальше так пытался. Не, так я с мида ушел на Б смотреть, типа... Чё за хрень? Вы ж по радару смотрите, если там чисто... У нас кто-то хвоенька, короче, только своих убивает. Федя Емельяненко? Да. Под окнами трое. На ковры хотят, но они не пойдут. На ковры хотим, но мы не пойдем. Не, не пойдете, вы обоссались. Я уже обоссался. Я дал. Кто-то. Подбегай, подбегай. Блин, они так резво бежали. Второй мидл. И в люльку подсадились. Обоссался. Из люльки выходит. И в мидл вышло ребра. Два ребра. Еще один ребра. И ковры.
Этот с очка из КТ. Надеюсь, пески, вы меня поняли, парни. Бомба руки. Пески. Бомба ноги. Ой, хорош. Пески даст, пески даст. Бомба лежит. Ай! Бомба лежит. Он 20. Слева сейчас зайдет. Бил сколько мог. Бомба лежит. Это Федор Емельяненко, аккуратнее. Хорошо. Грамотно. Вот зачем мы его взяли, вот. Вот этот раунд. Блять, вот, вот надо перезаряжаться и выйти посмотреть на всех. А ты там? Нет, тебя там нет. Я перезаряжаюсь, я выхожу. Аккуратнее. Как все играют, чё ты? Расстраиваешься так. Ой, блин, вот кто сейчас шел, вот Капутин чуть бы не резанул его. Лучше бы резанул. Надо водку Путина резануть. Я уйду. Что происходит? Понял. Это обувь. На коврах один. Ооо. Двое на коврах. Трое ковры с бомбой, трое ковры с бомбой идут. Уже выходят с ковров. Уже вышли с ковров, всё. Ой-ой-ой-ой, Федя Емельяненко. Бля, рука так чешется. Почеши. В песках и на планте. Один в песках, один в планте. Убил пески? Ну, с пески. Планте минус. Планте глубоко, минус. Еще один. Блять. Планте. Да блять, ну попадишь ты. Забайтил на патрон. Бомб, убивай бомб, его, убивай бомб, его! Да убей его, убей его! Мы выигрываем, последний раунд. Это не последний, это предпоследний, ты чего обманываешь? Нерфа, дашь дроп за это, я тебя обманул. Минус 3300 получил. Дай дроп. У меня на один дроп только денег. Я, у меня тут один есть. Ну вот, я, давай, кидай, кто первый. Вон он лежит сзади. Блядь, ну зачем ты так далеко так, кинул? Ну-ка, где ты, Вова? Вова, где ты голову поставляй? Нет. Ребят, у вас списки хорошо? Ой, ковры лучше всего получается. Идите ковры. Блядь, ну вот... Так, иду, конечно. ФНГ. Куда-то? Встречаешь там? Да. Центр АВП. Не, ну тогда не пойду. Не, не встречаю. Да иди, Ванёк. Ладно, тогда... Центр зашли, центр уже зашли. Кто смотрит центр? Вы что, гоните? Видимо, ты. Кик, я тут, центр, а ты где? Бомба центр. С бомбой центр. Я центр тебе смотрю, центр. Ой-ой-ой. На коврах ходи. Двое на коврах. Блин, водка. Ну, ты там сзади Алоха. Бля, он еще тоже там. На коврах выпер. И ты в центре один. На коврах выкинул АВП. Опять выбегает и перезаряжается. С бомбой. Андрюх, я на тебя 5 рубасов поставил. Кто-то... Давай, выиграем. Ребята, мы инмейта обидели чем-то? Жал на бене. В смысле инмейт? Он что-то со скайпа вышел. На б он убежал. Да он пишет, что его выкинул, он не может в скайп зайти. Не добавляйте, дайте Андрюха раунд выиграть сейчас. То его табнет. Его не табнет, если он не владелец конфликта. Не мешайте ему, я бабки на него поставил. Я тоже, мешайте. Андрюк, молодец, все правильно делаешь. Давай. А потом вот туда вперед. Ага, вот туда. Только надо тихо это все. Ты же понимаешь, что он и сверху может? Ага, окей. Так, ну. Да и 5 рублей, пожалуйста. Давай, давай, пятерик. Давай, Андрюк, короче. Короче, вот это вот слово. Мерв, сколько осталось? 15. А до этого ты типа выебывался, да, Мир? Да я не могу с М4, так, ну, я слабый с М4. 11.5, это как? 11.4. А у тебя соточка была? Нет. 80 было у него. Тот не перешел. Александр Рашкевич. Сань, сори, забанил. Добавьте инмейта обратно. Давай, то не я звоню. А сколько там счет? 40-0, ребят? 11.4. Да вы если кинете, автозвонок пойдет. Вон, я закинул все. Ну, его из конфы прям выкинул. Он вышел. Ну у него занят. Они походу первого раунда проиграли. Ну вообще-то не играем, потому что 6 на 4. Инмейту надо, короче, скайп ребутнуть. 5 на 5. Алло, поднял вас. Все нормально. Да, наконец-то. Я хер знаю, что с этим скайпом. Все нормально, гоу. Ну я ж с ножом иду. Ну все, давай. Ретрай, рестарт. Ретард. Ретард. Я туда зашел. Неплохо.
А я сегодня жив буду? Не? А, ну ты рестарт, ты можешь нажмешь? Да, я аркон не вел. Что ты своих стреляешь, ты? Не делай так. Да я просто, чтобы все увидели меня. Но это не то, что обычно делаем, нет. Хотя там никто и не знает, наверное. Отлично, кстати, вы написали? В центре на банан хая прилетела в центре. Все под коврами. Остаемся на центре. Все под коврами и поднимаются, поднимаются на... В люльке в углу стоит. А, нет, он выпрыгнул даже. Ковры, ковры один. Нет никого. На винте, на винте. Малые ковры. Где бомбер? Бомбер, братан, бомба поставили. ФНГ через мид бежит. С библиотеки вышел. Вот, немножко разыгрался уже. Зелень один. Сэнд битый? Сороковушка где-то. Три по коврам бегает. Или свой. Он с библиотеки, алло. Ой-ой-ой. Это точно не забай придет. Я сервью спи. Вы помирали, мало ли там ниже дефузы какие-то. Где он был? На центре где-то. Хорошо, Сань. Да я заработать пытался по максимуму, у меня вот так вариков не было. Я понял, ну ты заработал. Угу. Заработок в интернете, там все дела. Ну да. Не да, спалите план да. Сразу, слышите? Выкиньте его куда-нибудь, чтобы они не видели, где он будет. Не, выкиньте куда-нибудь, это нельзя говорить, иначе мы потом его оставим. Второй мидл, а нет, в люльку с гранатой зашел, из банана взрывают. С банана много взрывают, три было точно. Три было. Пошел один впритык. Из дома своего что-то посмотрел. И слева еще один. Благодарю. Еще третий был. О, нормально. Андрюх, мы одного с тобой пофармили. Да, Вовка Путин меня с УЗИшки забрал. Да, без разницы. Смотри, Вовка второго забрал. Мы девайса лишили одного типа информации. Лишили. Главное, да. Меня девайса не лишили. Это почти большие планы. Почти как девственность, Андрюх, только девайс. Да. Короче, физитайм, да, надо убрать. Физитайм, фризи хуя. А кто Александр Дашкевич? Чё на мид ходишь постоянно? Ты инмейт. За фонарем. Митя, ну ломаешь мне игру, я... Да. Так просил, да. Серьезно. За фонарем все еще. Ну, хорошо. Чё ты меня взрываешь, пиздюк? Люльку разбил. Вовка, один путь... стену в голову сразу, первый пуль из калаша, там... стандарт, парни. За бомберменом идите, бомбермен тут чистит. На Б один битый. На бейс бомбой заходит, на бейс. Еще два патрона через стенку, ребят. 4 хп осталось, хорошо. На 20 фамас вроде все это был, да? На Б1. А у кого это ник? Как дела у ёпсики? О, лохи. Ковры, выходи. Как дела, лох? Выходим, гайс. Выходите. А мне кто-то стрелял. Там чисто. Библиотека. Ага. Ну, по-моему, да, на пике уже было что-то не так. Не, просто у нас... И один битый, тред типа, битый. Говорят, Б с бомбой заходят, а выходят. Да, я стою на коврах с бомбой все это время, такой думаю, лоу-ла. Нормально. На Б никого. Ой, никто не дефузит, в смысле. Короче, они на респе на Б ушли все. Андрюх, зарабатывай. Зарабатывал, справа. Сань, надо тебе дропчик? Да. Только вы живы. Окей? Я не хочу, смотри. Так как смотри, штуки издалека убить? Давай. Сань, а где ты? Дайте дроп, я прыгаю. А у тебя будет себе купить, да? Да. Оставьте АК только. Сань, я это... Волк с Уолл-стрит. А ты смотрел фильмец? Не смотрел. Очень жесткий, я вчера посмотрел. АВП в центре. Капитан Кошка в наш дом забежал. Ну так слышишь? И что? Все, мы закончили. Блять. Зачем вы на него суетесь, кстати? Слышите, вообще ваш дред тащит, если вы не заметили, 4-2 типа. Кондрюха мощный.
А где? А где, ребят, банка стоит? На Б, на Б. Ну, понятно. А ВП, кстати, битый 70-ник примерно будет. Распеден. Окей. А трое с респа, трое с респа, все с респа. Ну и респа. Ну что ж, один рукав. Каленый, рукав каленый, второй непонятно. На банане должен быть, ребят. Рукав. Не, ну это ваш дефузия. Из арки смотрит. Не, дали бы ему станчик какой-то и раздефузили, что вы. Нормально, так, ну что, ГГВП. У меня ничего, ничего. Да нет, еще раунд. Еще один раунд. А, еще один? Ну давайте. Изи, что-то. А я что-то уже попер сразу, думаю, все, конец. Да, калаш в руки и вперед. Сейчас смотри, Сань, смотри, смотри. Куда? Я люлька один. Зигвам. На мид идут. Да дайте фраг. Ой, сори, сори. Пани, прячь бомбу, но мне не надо ставить. Не надо ставить, это деньги. Рез, биты, двадцатка примерно. Так это ласт раунд. А чё, ещё в кейсе играем или нет? Чего? Ещё в кейсе катаем или нет? Я бы поиграл, но знаешь, составом РСП. Нормальным. По-моему, было бы весело. Да? Я вот хотел бы выиграть разок хотя бы. Не, вроде нормальные составы просто. Ну такое, такое, да, знаешь, Сань. Если это ни хрена не нормально, ты поделил. Вот, ну, допустим, вот, ВАДА в прошлой игре 21-7, а в этой игре 0-5. Не угадаешь. Нестабильный. Да. Нестабильный. Зато есть стабильный один. Так, давайте Адюш, заходи за добро, не? За какое добро? Ну, за синих. Так, мы еще делитесь. Сань. Я готов за добро. Короче, давайте я вам сейчас давайте скажу составы сейчас... примерные, может быть. Напишите ну, пас, окей, в конфу. Мне надо сейчас подправить чуть-чуть. Там больше пас. Вы бы так потели лучше в прошлый кат. Подожди, перезарядка. Мервинг не промахивается. Знаешь такого и игрока? Ну что, го или не го, гайс? Давайте. Не, пока еще рано, надо это... Садим, дайте, пожалуйста, пас, я сейчас сделаю. Повыше, который... А, сейчас ставлю. Я поменял разрешение, у меня было ГБ леп стелс. Поставил. Разрешение резолюшена поменял, 3. Типа? Угу. Нормально. Андрюх, какой пас? Потребил. Какой Мирвин пас? Промахнулся, какой что-то. Сань, я тебе сейчас напишу. Давай. Спасибо. Сань, вот такой. Ой. Так, а чего меня убили-то? Нет, а, пароль неправильный. Пароль? Мест, какой пароль? Ребят, пароль там типа пониже чуть-чуть, с А начинается. Пароль стоит. Ага. Сань, я тебе неправильно написал. Не менялся, да, тогда? Ну, да. Я его вернул сейчас. А, окей. Все годится. Алина Логунова, зачем вы атакуете союзников? Ты мне в спину стрелял. Так а что, мы кикаем или можно куить идти? Дред сказал, сейчас составы скажет. Я думаю, он что. Ладно, я отошел на минуту все равно. Да не, слышите, надо как-то пикать, я не знаю, только капитанов других, что ли, хуй его знает. О, я с Фрэнки. Убил, падлу. А чё ФНГ? Ребята, ФНГ в каждой статистике на третьем, четвертом месте. Да какая разница, ну... Ну не, меня поборвало, я просто говорю, что-то вы меня... Короче, давайте кейпами будут Алоха и ФНГ. Ну нужны люди, которые знают, Алоха хуже знает, только играет. Я уже, ну, блин, давай, не понял. Ну давай я с тобой, например. Ну ты-то знаешь... Ну я с ножом был. Типа я уже понял, кто как. Ну я про это и говорю. Я тоже уже, в принципе, понял. Ну вот и все. Ну ливайте. Максим, тут... Да он сойдет, если что. Не, ну просто теперь мой фридок, это разные люди, если пикать. Ну пикай, давай. Ха-ха. Так, ну это, тогда надо килл писать. Да, пишем килл и уходим с пикатора. Ну впереди там ФНГ или Алоха. И кто-то там... Ну Алоха, я сказал.
Ну не знаю, там порежьтесь на ФП по-быстрому, чего время. Да пусть вперед, он сказал. Да давайте просто. Берите, кто первый. А чё водка Путин в игре? Я, короче, бегу медленно. А чё, проблема? Кто я? Я кейка беру. Кто я? И КТ. Я кейка беру. Так, я возьму охотника на ретардов. Это иммун, да? Он АФК, он АФК. Ну ты говори просто, кто это. О, сейчас я подумаю. Тогда я инмейта беру. Терроры? Кадры? Да. Террора. Короче, слышите, я уже чувствую говно. Давайте инмейт за ЦТ и Саня за злых. Да лол. То, что типа тот, кто первый... Иммун, если что, не сильно стрелял, если ты не... Короче, гайз, тот, кто пикает Мервинга, имеет охуительное преимущество. Да, лол, я бомж. Поэтому, короче, надо... Мервинг, короче, 1-2... Хорошо, у нас будет КЛ. Он все игры сейчас 1-8 отыгрывал. Да. Да, слышите, парни, вот. Но у нас в любом случае будет, на самом деле. Так что, пикай теперь ФНГ. Так а кого, я не понял, кого, куда поставили? Мы поставили Кайля, за нас пустит. Кайля. А Иммуна куда? Иммун еще может пикаться. Ну давай я Иммуна. Иммуна... Взяли Иммуна, взяли Кайля. А, окей. Ну типа, чтоб так было ровнее. Ну давай тогда дреды и ваду мне, и остальные тебе. Ай. Факер больше остальные тебе. Это дред. Вот факеры. Давайте музыку ты. Давай ножи за сторону мы тоже закинем. Не, давай. Один на один. Да за какая нахуй разница, Мервин? Ну никакой разницы, кого мы за музыку-то. Давай вы за КТ, все, поехали. Нет, давай, все, мы за КТ, давайте. Да, блять, мы здесь. Кекс. Кекс, мы же все равно будем играть за КТ и за Т. Какая разница? Не, если ну, это правильно. Начинать-то надо с хорошей, как бы, этой нотки. Да, не обязательно, зачем? Шансы-то равны. Поставьте ебучее время, 3 секунды. Ну не 3, но секунд 6. Зачем 6? Ну типа, окей, тут вам подойдет. Ты ап, это 9 или мейн? Что? Неответственные люди всегда потом бомбят. Ленинис? Да-да, плей. Давай вот это, ага. Давай вот сюда, вот, пошли. Бегаем, пацаны, бегаем просто. Сверху. На улице один. На, пышли. Бабутки, да. Блять. Ебать, как много народу, ребят, с этого. Там, блядь, 3 флешки сразу влетело с ебаного. На улице. Лас на улице. Александр Дашкевич. Александр Дашкевич подставной, я понял. Упал, разбился. Они все упали. Ну, в смысле, да, есть, они все нас там ждут. Помните, я вам говорил, кстати, про составчики, ребят, помните? На базе халдим. Короче, убили первого, и потом два типа, если ты их разменяешь, то я ставлю плент, и мы в плюсе. Сечёшь? Ну, я их не разменю, потому что они нас на впятером ждут, и это один плохая идея. А! Андрей, хочешь за ДП? Осторожно, не разводить на бомбу. Чего? Ты забей. Не, я за атаку, с удовольствием. Давай. Мы же раз уже начали. Дред, у тебя экран черный. Экран черный, да? Радио Дигл, на радио. Смотреть, в принципе, не на что здесь, но я включу, пожалуй. Ты без армора. Тяжело идет. На крышу залез. Обманщик. Это же Александр Дышкевич. Будка. Ой-ой-ой. Перезаряжался. Пол вообще ни разу не упал. Да я не себя стрелял. На. Разменял убитого. А я на мид еду. Карасей. А. Да. Так что, давай под конец раунда. Не? Да не, Сань. Под конец раунда там не надо. Так это что такое? Сейчас сливаем, ребят. Сейчас. А у нас, блин, вы про. Я короче понял. Кто-то закупается, кто-то не закупается, это забейте. А вы убил еще один на улице. В мэйне. Ушел, проходите. Там, ты видите, пары ребят улицы прошли. Парни, они сейчас через улицу на рампы заходить, стопудово. А, у нас там, да, закупились половина, я смотрю, нормально. Ну, это типа поэтому я и понимаю, что многие лысают поэтому. Ребят, там вниз пошли через улицу все. Как можно на втором раунде купить что-то? Изи, арморка, ака, все есть. Ох, лол. Один на рампы зашел. Окей. Сегодня там. Типа поэтому бомба и будут так сливаться, потому что нету гранат. Ну мы играем аркадно, нам, значит, надо как-то, блин, подстраиваться. Не, просто по итогу чё, смотри, сейчас у меня будет 5000, у моих типов будет... У меня тоже, да, но у них не будет, я понимаю. Да, они не понимают, надо как-то подстраиваться. Сверху один. Взял кольт. Лиз, левая нога лезь. Митя,
Залезь уже в левый тогда, ну. Обманул. Всех обманул. Митяй просто анальная кобра. Просто говорите, типа гранаты хуят, я все равно их не кидаю, что у меня. Ребят, ну смотрите, я тоже закупился, видите? Тоже. Все есть. Слушайте, смотрите. Так, я понял. Вот. Короче, я на машине, план машины у меня. Короче, план никуда там не идет. Сидите, будет, все, сидите, один, сидите, наверное. Идите. Ташкевич, дай вот этот пакетик. Ну и, блин, Кайл. Все. ХВП один. Иван, ты же за меня, да? Ну да. Тебе меня не убить, Мерв. Не в этой... Ну только может после того, как мы выиграем. Не, попробовать можно. Один улица где-то за костнячком стоит. Ребят, чё, вы халдите, что ли? Заразил один. Мараш, мы уже бомбу... Слышишь, вот ты, который даже мерно промахивается, вот сюда иди. Вовка, видишь, как они? Там водка Путин с головой, ребят, на улице. Володь, давай поменяемся пушками по такому поводу. На вот это. Пушку не отдам. Ты... Еще можно было. Сколько мер? Много. Пошли заберешь. Такие много. Я тебе посмотрел. Флеш кидаю. Ребят, там улицу я крутил. Зафлешил. Он близко прям. Улица вниз прошли или что? Не-не-не, у себя под Распой стоят под машиной. А, так они ждут, пока мы их зарашим. А, фанятся? Да, веселятся там. Весело, очень, очень весело. На нуле у себя. Скрип открыли. Пакет остался где-то за машиной, там кайфуют. Не, пакет тут, на верхней. 49. Так, сколько? Прям резко? Да. Я тогда гранату прокину. А, ну все, я понял. Все вот, понятно. Вот он, тимплей. А сам-то куда ты пошел? Да, а какая разница, так уже смысла нет на самом деле. Ну надо хотя бы показывать своим примером, что ты-то это. Ну бей его! Походи. Ребят, forfeit. Уже? А кто такой да? А, это фланг. Бомба рампы. Вот. Чё-то нет. Блять. А даже мервинги промахиваются, это кто, ребят? Митяй? Не-не-не, Вада. Понял. А я предлагал за КТ начать. Да при чем тут это? О, за Т проще. Ну, блин, они будут, короче, за просто идти в пятером, как мы не можем. И плюс они стреляют лучше, нас расстреливать. Все. Все гранаты кидают. Вся история. Ну, у нас шансов больше за КТ в любом случае раунду взять. Ну, это понятное дело. Ну, улица двое. Там Nexus будет, еще он пишет. Наверху на улице. На этом, за красным забориком. Сань, подожди, Сань. Во, Андрюх, ну ты чё? Вода. Я попытал поделать. Вот минус. Сань, да, минус 40. На радио стоял один, ждал. Ждал. Но ушел уже. А бомба на базе у нас лежит, да? Мервинг везде. А чему у нас бомба на базе? Да. Что ее кто-то скинул, например? Это был не я, сразу вам скажу. Это был не я. Это может даже я был, я просто ее в кого-то кидал. Никто не может на себя вину взять. Ну, пойдем за бомбой, чё нам? Не, я схожу, чё. Ну, давай вместе, так веселее будет. Ну, давай вместе. Может, вы там и останетесь? Что, дорисовишь снизу? Как мы их? Обманочка. Так, ну теперь нам побыстрее надо, наверное. Там мервинг ещё, нам пизды обоим даст, кстати говоря. Иди просто в будку и всё. И все. Ебучая будка. Он сверху. Вот, смотри, раз. Ой, хорошо-то как. Зря вышел Мирин. Да! Зря вышел Мирин. Не, ну типа. Я как хочу. Принесите кто-то на рампы. Да?
Рампы дым положили. С улицы. Они спрыгнули вниз, они спрыгнули. Это стандартная сверху разводка ловки Путина. Через анал правый прыгнул вниз. Минус он. Внизу, внизу уже поставили план. Так город зафьюзим. Всю? Ребят, а кто так сыграл? Ну, я. Вовка Путин. Хорош. Вообще хороший раунд. Стандартный Вовка Путин. 0-7. Пойнтлс. У них бонд в команде. Нормально. Еще пинг надо 7. Якорь. Как Кайл. Я. Вовка Путин это соло мид, походу, СР 0-7. Типа того. А, уже. Мерф, а тебе коллаж принесли вообще? А это кто? Короче, Вовка Путин. Там давайте спавни. Вовка Путин! Да двое умерли, ноль нахуй дали. Заходи. Здорово! Вы бы видели, как я крался к нему. Дред, а откуда ты стороны, вообще вышел? С другой стороны. А вот. А, с другой стороны? Да, да, да. Подальше пройти там, да? На радио один. Вот в эту, вот в эту. Где бомбер? Он поставит бомбу? Нет. Я как бы А уже вышел два раза. Ой-ой-ой-ой. Блять, как позапайтил. Блин, ну, он открыл одни. Экс, ты зашел? Нет, дроп надо кому? Давайте он... Нексус. Это гудок, это гудок. Парни, дроп кому надо? Гудок, заходи за теров. Сейчас мы их катанем. Блин, чуть бы не резал. Можно с гудком свапнуться? Да пусть заходит за теров, все нормально. Согласен. В чем раунде давай садом. Нормально, что вы как, не знаю. Сверху один по левой бежит. Гудки один. Тройна. Сейчас отойдите, сейчас хаешки полетят. Девятки еще один. Девят. О, плент упал. Плент наверх. Ты не видишь? Плент наверх. Я вообще нихуя не видел. Ты там сидишь-то, бля. Блин, банали в этом. Что, я слышал. Че ты слышал? Мы А забрали. Их вообще было 6, если не, что, не да? Попадаешь, не попадаешь. 5 было. 5, да? Не, серьезно, че вы? Пусть там навик поставили. Гудок пойдет. Сейчас я ему скину, давай, если выйду. Ты выйдешь? Да. Как благород. Белье посушить надо. Это во сколько вернешься? Чудо. Ну, ты... Да, это не твоя. Ой, парни, Мервинг не промахивается. Дред, давай пятиничку, пятиничку, Дред. Гудок, ты где? Как? Пока? Как? Ты прыгаешь? Да. Все, сейчас подойду. Вот, пятюничку. Есть. Парни, дроп надо? Нет? Не, ну ладно. Нет, вообще ничего. А, это... Сань, давай тебе дам. Так, может, короче, это у вас туда выйдет там? Сань, надо дроп? Ты где? Так не, давайте сейчас на 5. Да нормально. Много. Ну ладно, нет дропа, так нету. На улице очень много топает. Что вы мутите? На улице 5, походу. Замена, как в рестлинге, я ему пятюню дал, и он вышел. Плент на нуле является там у них. Там еще один человек. А все остальные на улице. Аналы разбивают. Хорошо. Максим, привет. Как дела у тебя? Кайс, вы что, трампы начали? Здорово, нормально все. Нормально, блядь. О, вижу. Как тебе там? Сидится, блядь. Сзади, за красным ящиком. Парни, он около ангара. 3. Около ангара там плэнк, 40 секунд есть у нас. Ребят, он вас нашивает. Он прямо в ангаре. Нет, нашейся красным, который стоит. А где движуха вообще? Понятно. Подсофтиком, подсофтиком. Все в порядке, да, у тебя меры? Так, у меня демо хоть пишется. Членик, да, все, все нормально, ребят. Оф, ну бло. Я же убил даже, по-моему. На улице очень много топает. И в нуле еще один. Меня свои башни, нормальная тема. Они проходят, проходят по... По улице, sorry, на нашу sorry. Базу почему-то не они слышал, побежали. Я ребят, не знаю, зачем? Я пошел за Вадой, Вада куда-то пошел. Они походу плентить на нашу базу решили. Там не плентится, ребят, там нету. Там еще гудок.
по идее. Я их отвлекаю, чё, всё нормально. Не, я просто реально, а за что вы на базе хотели вражеской? Пистолеты? Да, на ФКшника блядь. Какого-то. Я хотел сказать. Внизу дверь кто открыл? Я. Не врет же. Дред, беги! Андрюх, ну ты чего? Изи. Я ж тебя укусил. Где? Сейчас, да, а ты зомби, что ли, Сань? Вот там, в аквариуме, внизу с авиком. Каким авиком? Я его и визанул, кстати, он такой половинчатый. Саня, что ты меня не резанул? Он да, укусил, ты бежал. В броню попал, Сань. Не, Андрюх, пошли выбьем. У тебя противоядие было, походу. Было. Вот это наебалово, next level. Nice. А дайте девайс, есть девайс у нас? Да, где? я дам. Сейчас того на улице топает много. Топ. Закрысил мне на колени. Ну, блин, я не знаю, тут вообще никто на нуле не сидит, вот просто никто. Я третий раз убираю. А будет есть, парни. Бил вас. Проходят с центра, с улицы. Наверх. В центра? Центр обувь. Наш, ребятки. А где мои типы? Что вообще происходит? Типы с правого анала. Ага. На Дениса вообще инфа не действует, как и на Федю и Миляне. Да потому что у меня здесь стреляет. Да не стреляет один, оружие? Не то у тебя, а над тобой. Вот копитый, где-то сороковуха, дверь идет. Слева. Кудок, слева. Вот, да, вот там лево. Хорошо, кудок. Федя! Под скрипом на Денис. Еще один там, он там же где-то. Ребят, он не в будке, он не в дырке, он... Там, сзади. Понятно. Ага. У нас на базе. Вот, 4 раунда взяли, нормально. Мерв, а ты вообще видел, когда стрелял в меня? Ты просто в голову с пистолетика так оп. Не, ну я видел, что моделька пробежала. Понял. Всего-то 10 смертей. Все нормально. Бля. Он справа там в ангаре сидит, молодой человек. Да, закидываем говном его. Радио. Бомба радио. Из главного. Закрывай. Вышел, ребят! Чокин. Все, а можно идти, тот ребят. Сидит все. Зеленый свет. Где-то стреляют. Он на скале. Он может быть. Ребят, вы бомбу не бросаете-то? Денис, там типы за ангаром. Хотят пристройку, либо... Да, пристройку. Хотим в пристройку, ребят. Тут один в ангар зашел, еще один в ангар зашел. Спасибо большое. Хорошо. Нормально. Федя, по всем. Вертолет. А я уж думал, я убил ребят, оказывается, не я. Оказывается, Федя заденайл. Ты гонишь, я с тебя бомбу ведь выбил. Какая бомба на улице была? Ты гонишь вообще две бомбы? Какие две бомбы? О чем ты? Походу с калашом попутал, я такой, ну окей, бомба у меня. Хуй знает. Ты в текстурах так лег мог. Рампы все. Ну, Мерв, все, не все. У нас как бы по двое, по трое командам ходят. Мерв, как ты сейчас этот ёбаный дым каждый раз меня видишь? 16 бит. По двое, по трое, вот это вот наш стиль. Разве что только. Группками. Да, небольшими группами передвигаемся. Я знаю, на какой карте это норм. На пул-пати. На пул-пати, да, хорошо. Но я не пойду вчера. Счет.
Хотя, хотя... Кто это такой? Два радио с бомбой. Вообще точно с бомбой. У одного АК, у другого дигл. Радио два. Сзади. Лола-лоха. Бля, на нуле оба, на нуле оба. На нуле, могут вверх выходить. И все, ребят, и бомбочку ставим. Бля, ага. Все, бомбочку ебал, поставили. Ебал, завали, блядь, ты умер. Бомба упала, ладно. Да, тебе говорю, блядь. Правильно, да правильно. Ебал, сука, в каждом раунде сдохнет и дает инфу всем. Я же меня про что замолчал, сука. Правильно, я Максим, его. Все правильно. Бля, вот да, это наверное, наверное. Все правильно сказал. Ни слова лишнего. Хоть цитаты вырезай. Бля, казалось бы, самый спокойный человек в этой конфе. Да это Counter-Strike, невозможно. Вы еще скажите спасибо, что он вам ебальник не набил. Не стучиться в дверь еще, бля. Максим, никого не слушай, ты лучший. Я бы на Майдане читать вот это. Я еще успел на стриме послушать разок. Ребят, кто не перешел? Я. Короче, слышите? Ребят, если кто-то ливнет из этой самой, из игры, то я зову этого... Ибаха? Ибаха, потому что Мервинг это в пизду. Ой-ой-ой, Ибах. Вот, сделайте рез, пожалуйста, рестарте. Я думаю, я готов, Андрей. Ребят, давайте рестарте. Алло, давайте тихо. То есть из-за того, что ты его ебал, мы должны переигрывать. Ну, это типа вторую курицу купил. Ну, ты делаешь рестарт? Да я уже рестарт. Сделали. Я нет. Ну и я. Я уже выше этого. О чем и речь. Там, Вовка. Чем мы 6 на 5? Чем мы 6 на 5? Вовка. Да нормально, поехали. Не, ливайте, ливайте. Поехали, поехали. Не-не-не, 6 на 5 не хорошо. Водка Путин так решил. Ну, все, пацаны, никак. Решение президента не обсуждается. Вот как бы так. Улица, улица стреляют. Рампы двое. Пупки. Бомба на нуле тусуется. А где ноль? Джейсон Сетхэм. Ноль это, короче, за дверью. Да. Извините. Вот, вот. Извини, водка. Водка Путин. В этом... По девятке один. О, упал, ребят. Девять и за скрипом. За скрипом, за кишкой. На девяти. Будки. А, не, он наверху. Будки еще. Помогите! Центр, центр один, центр один. Один сверху залез. Сверху, братан. На балке, на средней балке стоит. Ну, хорошо, что нас шесть, парни. Ну да. Только это нам не поможет, все равно нихуя. Самый легендарный. Давай, у меня проблемы. Ой. Не угадал. Но это не значит, что туда идти не надо. Дави это, Мяша, давай! Я вас понял, ребят. Один тут есть. Ебать. А я ему много, кстати, в голову надавал. А ты чё без брони, Мервинг? Я с бронёй, ты мне два раза в голову дал. Ай, Мервинг. Вовка! А, один на будке. Спрыгнул. Блин, а братан, не шагай. Он просто где-то на, короче, тусуется, непонятно где. Выходите, он в пленте, в пленте. Ух, не поставил. Вот этого я надамажил. Это для тебя. Давай, Кекс. Фёдор, Фёдор, Фёдор! Ой, водка! Лучший, просто лучший. Учитесь. Ребят, это я чай пил, разозлился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он сидел, наблюдал за нами смертными. Я изучил стратегию игры, понял. Может на ебучее время убрать? Бля, демку не писали, на... Так у вас 6, все честно. У нас время, у вас плюс человек. Ой. Ладно, я тут по плану. У меня так, есть. Вада, понял твою стратегию. Я прикрываю. Хорошо, накрыли всю карту. Вниз убегаем. Да, Мы бегут! Слева, слева, слева. А где Б? А где Б? Снизу, снизу Тед. Парни, где Б? Снизу. А.
А, уже... Ребят, один уже в туннелях сидит, если чё. В туннелях один был и справа один. Вы главное смотрите ещё, в кого стреляете. В туннель. Сейчас вылезет дверь, справа, справа туннеля вылезет. Дверь, слева, слева, слева будет. Вот под тобой дверь, снизу за тобой, вот там будет один. Давай! Прикрываем своим телом! Ох, получилось, там еще один. Сзади же! Перезарядка! Вада, хорош. Он тебя к свинью пристрелил. Вада, прикрывай собой, телом прикрывай бомбу. Медаль, медаль героя. А че вы не прочекали, что там еще один? Я из туннеля че. Короче, парни, закуп на все надо, у них тоже нихуя нету. У них бомба была, у них сейчас нормально. У них бомба, у них победа, жженный раунд. Да, да, ребят, плохо. Короче, выбиваем девайсы. И выигрываем раунд. Вот. Кстати, еще нам парочку раундов и все, мы выебали. Нам бы еще шестого. Пацаны, сейчас буду фильмы с Сеги мутить. Нам бы седьмого, да, вот было бы хорошо. Да, то что-то у вас шестером не идет. Улица вроде аркадит, нет? Готов! Мама, ок скрипа, бомба да, скрипа, все наверх! Быстрее! Готов! На скале, парни. На нуле, в дверь идет, на нуле. На скале. Один в нейтрале. Сейчас будет выходить там на распал. Да вам пизда, это Мервинг. На скале. Мервинг, блядь. Там по дефолту на балках сидят эти ублюдки. Не-не-не-не-не, я же тебе сказал, где. Тут уже никого не будет. Да я вот говорю, он все время там сидит, он нигде Вовка больше. Вовка Путин всегда тут сидит, это его трон. Давай, дави мясных. Дроп есть, Вовка? Да! Давай, я прыгаю, Володь. А! Спасибо, Вов. Пожалуйста. А чё орёшь, Вов? Рада. Ну, чаёк хороший? Не, я просто... да, да. Эмоции, давай, Вовка. Смотрите! Ха! Ребята, вы... Беселящий дым, берём его и... Я раскинул его. Справа, справа, справа. Фу. Справа, чё... нихуя себе инфа справа. Нормально. Ну это мясо ебаное просто. Один хп осталось, ничего страшного. Это мясо. Им осталось много еще. Им еще 3 раунда осталось, ты что? Нам-то всего уже что? 8. Что такое ГЦ? Это читы твои? Читер ебаный. Спасибо, Андрей. Ну не крути, ты понимаешь, замедляешь нас. Вверх, вверх хотел выйти. Ребят, на 9 тип, выходите, а рампа минус. А рампа минус 2, подожди, рампа, рампа, рампа. Там третий. И четвертый. Бля, сзади, сзади стреляют. Сзади. Где сзади? Бомба упала там. На нуле ласт. На нашем планете. Слева я чувствую мертв сейчас будет. Потому что ты убил, там уже убили этого Ташкевича. На нуле был ласт, Саша. Там тип под пристройкой бегал. Метро, где аквариум, та дверь. Это аквариум. Хорошо. Ворвался, блин, как лев, но вырос. Минус 6 дал? А, не минус. Минус 95. Еще 2 раунда. Мне кажется, сейчас их будет не 4, там, а все на рампах будут. Ну что, ребят, где, где эта мразь? Один на железе вниз ушел. На железе внизу. Дверь, скрип. Рампы бегут, рампы бегут. Бегут рампы, иду, понял тебя. В окно, спецназ. Хорошо. Там справа где, один. Где, где, где? Не, ну ты не, они не под девяткой, какие рампы вообще?
Рампах, рампах по 9, по 9, по 9 один, по 9 один, Мервинг. Один мэйд, один по 9. Один на девятке, Мервинг. 9. Я ж тебе сказал. Да ты тихо говоришь, на девятке он спустился. Не, не спустился, снаружи он. Да все, отстреливай, ты уже не доберешься до бомбы, что ты ползаешь. Мой метро. Дверь выходит. Успевает! Ребят, пул дэй. Давайте пул дэй последнюю. А, ласт раунд? Ну поехали. Да. Вам принципиально, да? Окей. Ну лучше шестером. Должны что-то показать? Вряд ли. Могу наверх. Кстати, если бы сразу шестером были, может, до полтинника и дотянули бы. Нерв, я позову и бах, и поиграешь тогда. Так зови. Смотри, как... Да, помним мы, кто... Взбодрился. Рампе. Водка, где этот было? Да он в скрипе был, на нуле остался. Побежал талый. Мервинг в этой... в будке. Мервинг. Девять, девять. Сзади. Бомбер, рампы, бомбер. Рампы вниз. Мой, убью. Он еще где тут. Где ты, сука? Два рампы. Давай, блядь. Изи. О, ну короче, только пулдей может остудить мою жопу, наверное. Не, я все с КСом закончил. Пожалуй, что ты раз 5 на 5. Иван, Датан? Да не, я, ну, через минут 20 пойду покушаю и буду. Напишешь. Окей.